Всем привет, я Анастасия Зуенко. С самого детства я профессионально занимаюсь вокалом. В 5 лет я пошла в ДК «Центральный», в коллектив «Руданочка», там, где я выросла, и меня научили петь и как подавать вокал. Сейчас я хожу в ДК «Саксогань», в коллектив «Детский мир», арт-студия. Я лауреат многих премий, в основном это первые места. Я побывала на многих сценах, это и Болгария, и Греция. Чтобы продвигаться в вокальной сфере, я пошла в музыкальную школу и уже хожу 6-й год по классу фортепиано. О моих начинаниях меня поддержит моя семья, мои родители и мои учителя. В будущем я вижу себя на больших мировых сценах. Это дело, которым я живу.